Все, забудь, они пришли. Здорово, Майк. Нам два Гиннесса. Одну секунду, надо в подвал спуститься за новой бочкой. Редж, Рон, у Ричардсонов образовалось срочное дело, вами займемся мы. О, это лишнее. Спасибо, но хозяин уже пошел за пивом для нас. Ничего, если я сам себе кружечку налью. Что это? А ты как думаешь, петушила это ствол? Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи «Веселый пекарь»? Вам она для чего? Испечете мне пирог? Или споете песенку? Посчитайте, сколько свечек я задую. Я сюда приперся, чтобы нормально пострелять. Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками. Как полковник Кастер и Джеронимо. Вы про них не слыхали? Вы нацепили на себя передники и печете свои сраные пироги, так ведь? Рэдж, они пригнали к нам сюда стадо долбанных педофилов. Дай мне пройтись, Рань. Отвали. Пошел с дороги, урод. Тоже мне гангстеры сраные. Ублюдки хреново, я шел на перестрелку! Как в вестерне. Макаки! Вашу мать, только время отняли! Кучу времени у меня отняли! Похоже, братишка тебя бросил. Да не, просто вы его разочаровали, он психанул. Глядите, в нем полно железа. Подожду немного, надо, чтобы осело все. Чарли Ричардсон велел, чтобы мы у вас, старушек, не жалели, Рэдж. Так и сказал. Очень трогательно. Ладно, слушай. Когда в следующий раз его увидишь, передай, что я сказал. Мне насрать на него. Запомнил? Мне насрать на его брата, да? И на их жирного Джорджа Корнелла. Мне тоже насрать. И на тебя насрать, а? Пошли вы все в задницу. Мне на вас насрать. Запомнил? Ничего, если я окажу сопротивление. А ты думаешь, потянешь? О, для меня это уже вопрос чести, серьезно. Но предупреждаю, по-честному я не буду. Смотри, что у меня есть. Готовы? Давайте я для затравки анекдот расскажу. Вам он понравится. Параноидальный шизофреник заходит в бар. Ах ты, тварь! Получи! 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 Отвали! Ugh!